Кто такой учитель и чему он учит? Это человек, который учит людей писать, читать, рисовать, считать. Математике, русскому языку, арифметике, чистописанию, ИЗО. Математику, английский. Он учит читать физику, математику, русский язык. Английский, защищать родину, еще любить родину, говорить стихи, учить песни. Учитель – это человек, который детей учит в школе. Учитель задает задание, а ученик должен его выполнить дома. Как выглядит учитель? Опрятно и аккуратно. Учителя можно узнать по юбке и по белой красивой кофте. Учителя можно узнать по прическе, по убранным волосам, по цвету волос, по прическе, по одежде, по глазам. Некоторые учители даже носят очки. По красивой прическе, по платью красивой. Юбки, рубашки. Учитель надевает красивое платье, делает прическу и ухаживает за собой. Можно его узнать по форме. Поздравь всех учителей с профессиональным праздником. Дорогие учителя, поздравляю вас с Днем Учителя. Желаю вам крепкого здоровья и счастья. Я желаю учителям хорошо учить детей и успехов в работе. Желаю вам силу, счастья и здоровья. Дорогие учителя, я вас поздравляю с праздником учителя. Я желаю вам очень крепкого здоровья и хорошей любви друг к другу. Поздравляю всех учителей с праздником, с Днем Учителя. Желаю счастья, здоровья, хороших учеников. Поздравляю вас с Днем Учителя и желаю вам крепкого здоровья.